Та-да-да-дам! Это все по ссылочке от вас, мои хорошие. И сейчас я буду распаковывать и жду не дождусь. Скорее узнать, что же вы там для меня приготовили. Уху! Рюшка с подарком! Как будто почувствовала мощь какую-то сильную. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет... Первое видео, которое случилось на моем канале, это подарки от моих подписчиков. В Ютубе, кто смотрит меня только в Ютубе и не подписан в Инстаграме, что нужно срочно исправить, тот не знает, что я открываю рубрику, открыла уже точнее, это подарки от моих подписчиков, так как очень много заявок приходит на то, что люди хотят мне что-нибудь прислать, просто от души. Я подумала, что... Может быть, совместить это? Я думаю, интересно будет посмотреть всем, что мои подписчики для меня готовят, и им посмотреть на мою реакцию, как бы сказать, они же хотят сделать приятно, соответственно, хотят увидеть, как мне будет приятно. Я подумала, что такая рубрика будет интересна, тем более я где-то уже такое видела. Для тех, кто не подписан на мой инстаграм, говорю, что да, эта рубрика открылась, в инстаграме я сделала пост, что я принимаю подарки, наконец-таки. Девочки сразу начали оставлять заявки, взяли мой адрес и прислали мне очень-очень много разных посылок со всех уголков просто нашей необъятной России. Мне безумно все любопытно открыть, потому что я ничего не открывала до самого этого видео. То есть я сейчас перед вами сижу и абсолютно не знаю, что вы мне подготовили. Я запаслась ножницами. Сейчас мы все вместе это с вами откроем, просто в хаотичном порядке. Я попросила всех девочек написать внутрь по ссылочке письмо, для того, чтобы я его зачитала в видео, потому что я просто от того, что очень много людей пишет, я просто не найду даже человека, если он не подписал как-то, да, как в Инстаграме он подписан или еще что-то. То есть я никак его не найду, чтобы даже просто поблагодарить его видео. Поэтому обязательно все должны были... сюда положить письма. Я надеюсь, вы так и сделали. Итак, давайте начнем вот с этого пакетика. Такой белый пакетик. Могу сказать, это от Анны из города Иркутск. Ой, что я помню, так это то, что этот пакетик долго шел. Я его прям ждала, один из последних. Я последние две посылочки получила, я думаю, ну все, пора снимать, я не могу больше терпеть. Так, что подготовила нам Аня? Ух ты, какая красивая коробочка. Вот такая красивая коробочка. Та-дан-та-дан. Открываем. Здесь у нас открывается вот так вот. Здесь нарисована я, наверное. Написано Селена. Так мило, так красиво. Анечка, вы так красиво рисуете. Селена Свей. Ай, игрушечка. Смотрите, там маленькая игрушечка. И конфетки. Она написала письмо, мы сейчас его обязательно прочитаем. Давайте прочитаем его, прежде чем раскрывать игрушечку. От подписчицы Середкиной Анны. Селена, с наступающим Новым годом вас и вашу семью. Спасибо большое вас. Желаю дальнейших творческих успехов, идей и вдохновений. Спасибо. Пусть все у вас будет замечательно. Дэнни желаю, чтобы все его мечты воплотились в реальность, и чтобы его окружали самые верные, чистые, добрые и искренние люди, в том числе его друзья. Желтая хрюшка – символ грядущего 2019 Нового года. Я ее сделала сама. Надеюсь, что понравится. Пусть она несет в дом лишь счастье. И окружает вас всех любовью и гармонией. Кристине привет и с Новым годом! Подобные игрушки я делаю в профиле. О, и указала профиль. Смотрите. Я еще продублирую все это обязательно под видео. Смотрите. Такая милая. Так приятно. Такие глазки у нее. Класс. И какие-то конфетки необычные. Сласти называются. Мини-карамельки. Надо будет обязательно попробовать. Очень красиво украшено. Спасибо большое, Анечка. Да, я обязательно где-то это сохраню у себя дома. И пусть оно, конечно же, приносит нам удачу. Спасибо большое. Очень красиво упаковалось. Следующий подарочек у нас от Элина.
город Казань. Ух ты, как я люблю, как упаковывают красиво. Смотрите, в бумажечку все заверну. О, вот, вот. С бантиком все. Milk Genius. Так, здесь она написала письмо. Молодец, сейчас мы его зачитаем. Здравствуйте, дорогая Селена, меня зовут Элина. Я из города Казань, и мне 23 года. Уже взрослая девочка. Знакомство с вашим творчеством произошло год назад. Чисто случайно наткнулась на ваше видео. Да и вообще, не очень любила смотреть такого рода видео. Но посмотрев ваш влог, все как-то изменилось. Скорее подкупила ваша открытость, легкость и, конечно, Дэнни. То, что вы жили в таких условиях, с небольшой квартирой и не стеснялись показывать это. Да, кстати, я часто, даже из моего детства, ну как бы, были люди, которые стеснялись своего жилья, где они жили. Вот у меня такого никогда не было с детства. Поначалу я только время от времени смотрела ролики, чуть позже уже подписалась. Хочу пожелать вам всегда быть такой открытой, искренней и чистой. Также показывать все нюансы и только роста каналу и развития. Спасибо. Это набор из двух шапочек. Я вяжу сама. Это для вас и Дэнни. Открытка также выполнена вручную. Если из ваших подписчиц заинтересуются набором, то я также вяжу шарфы и шапки, варежки. Все это можно найти на страничке в Инстаграме Milk Genius. С любовью от чистого сердца. Я так люблю такие наборы, если честно. Знаете, свитшоты есть там для мамы и ребенка, шапочки одинаковые. Красота! Красота! Смотрите, внутри еще упаковано. Так это мило вообще. Так не хочется прям даже распаковывать все эти бантики, снимать. Так, вот такие у нас две шапки, супер! А я как раз купила ему одну шапку черную, она мне не особо нравится, ему прям вот классно было бы ручной работы. Ну а если еще и у меня такая же шапка, маленькая и большая, это клево! Сейчас я ее померю, сниму даже Деда Мороза для этого. Вот такая вот черненькая шапка. Объемные шапки сейчас модные и мне очень нравятся. Спасибо большое, дорогая, так приятно! Деньки, думаю, тоже очень понравится. Следующая посылочка. Это Екатерина, город Москва. Достаем, что она... О, какая милота! Еще одна шапочка, смотрите! Ну все, я с вами не заболею. Буду теплая. Будет греть меня ваша любовь. Блин, какая шапка крутенская, смотрите! Я не успеваю даже прочитать, честно говоря. Письмо! Как уже я вижу шапочку. С надписью handmade. Давайте сразу заменим. Хорошо, я сняла колпак свой. Ка, ну-ка, ну-ка. Ай, класс! Дорогая Селена Свей, хочу поздравить тебя с наступающими праздниками. Ты лучик солнечного тепла и позитива. Очень люблю твои влоги. Они всегда живые и жизненные. Желаю успехов во всем. Надеюсь, что ты будешь согреваться в моей шапочке. Катя, спасибо, дорогая. Вот ее инстаграм. Ну, девчонки, ну даете, ну рукодельницы, я вам скажу. У нас еще есть один пакетик, откуда он пришел. Это от Елены, Новосибирск. О-хо-хо. Посмотрим. Так, пакет в пакете, еще один пакет. Ух, запаковала. Чтоб я не добралась так легко, да? Коробочка. А письмо? Письмо. Здесь написано thank you. И вот такая красота. Напечатала. Письмо напечатала. Селена, привет. Я сшила для тебя интерьерную куколку. От всей души. Такой позитив ты даришь нам каждый день в видео и инстаграме. Пусть и она радует тебя, когда ты дома, и хранит покой тогда, когда дома тебя нет. С благодарностью и любовью. Елена. Спасибо. Куколка. Ой, ты милая кукла. Мне кажется, это я в серебряном костюме своем. Смотрите.
Какая у нее шевелюра, спасибо. Это я Ой, какие волосы классные у нее. Ну, это практически комплимент, что у меня такие волосы. Классная! А у меня есть еще одна куколка, мне тоже делала, она подписчица. И вот они рядом будут. Короче, у меня уже будет раздвоение личности, две куклы. Спасибо, такая классная, такая прикольная. Хочется ей заглянуть туда, под костюм, что там. Что-то там приделала мне. Слушайте, крутая, волосы у нее шикарные, вот я хочу. Так, Алёнушкины куклы, куколки ручной работы. Вот, здесь есть даже Инстаграм, смотрите. Вот где делают куколок у нас таких. Спасибо большое, это очень крутой подарок, мне очень нравится. У меня от вас теперь очень-очень много всяких приятных вещей будет. Это очень круто. Селена 1 будет, Селена 2. Нет, Селена 1 это я. Селена 2, Селена 3. Так, следующий пакет открываем. Следующий пакет пришел у нас от Алены. Это Тольятти. А Тольятти что у нас там делают? Жигули, насколько я знаю. Если я ничего не путаю, то я такая могу перепутать. Внутри вижу розовый пакет. Та-да-да-да. Розовый пакет, а в розовом вижу что-то голубенькое, по-моему, где-нибудь. Ух ты, что-то такое мягенькое. Там-там-там. Смотрите. Это плед. Какой приятный. С Новым годом. Какая красивая открытка. Такая прям торжественная. Спасибо. Привет, Селена Свей и Даниил. Меня зовут Алена. Я мама детей погода. Димы 2,5 года. И Ники. Год и 4. В данный момент нахожусь в декретном отпуске, чтобы время зря не терять. Решила заняться блогерством. Мой канал на ютубе называется Алена Карик, по-моему. Связала вам подарочек пледик. Очень надеюсь, что он вас согреет этой зимой. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. С любовью. Блин, спасибо большое. Канал, вот смотрите, как правильно называется. Какой он миленький, смотрите. Это для Денечки. А главное, что он очень-очень мягкий, плотненький такой, вообще очень крутой. Спасибо большое. Он обязательно будет греть Денечку, и мы будем вас вспоминать добрым словом. Спасибо большое. А вам желаю на вашем канале тоже процветания и успехов, потому что блогерство это на самом деле очень нелегкий путь, вы так выбрали. Но тот, кто идет к своей цели, обязательно ее добьется. Просто блогерство, оно требует очень много сил, энергии. И это не так, как, знаете, на обычной работе, когда люди работают. Утром пришли на работу, поработали, вечером пришли и отдыхают. Нет. Блогерство это нон-стоп, это 24 часа. И я желаю вам именно этого терпения, сил, вдохновения, энергии. Тем более с детьми это тем более непросто. Поэтому я желаю вам успехов на этом нелегком пути. Ссылочку на канал Алены я обязательно оставлю под видео. Давайте ее поддержим. Молодую маму, начинающего блогера. Думаю, ей будет очень-очень приятно. А вот у меня лежит письмо. Настя, крошка торт. А, я знаю, кто это. Это на самом деле наша ростовская девочка Настя. Она одна из первых прислала мне вкусняшки. Такие вкусняшки, девчонки, я, блин, давно не ела, честно говоря. Настолько со вкусом сделали. Она, оказывается, занимается у нас тортиками. Она прислала мне. Очень красиво все упаковала. Представляете, начинаю сейчас монтировать это видео и понимаю, что видео, которое я отсняла с вкусняшками, оно случайно удалилось. Точнее, я его случайно удалила, потому что оно было снято заранее. Сейчас я вам покажу ее работы в Инстаграме. И в живых у меня осталась только одна фотка, где я держу один из десертов, который она мне прислала. Мне очень понравилось. Это было очень-очень вкусно. Я, естественно, эти вкусняшки, так как она одна из первых была, эти вкусняшки не дожили до этого видео. Естественно, я их съела. Но перед тем, как их съесть, я их сняла. Привет, Селена, я Настя, зритель твоего блога в YouTube. Уже больше года. Впервые случайно увидела в рекомендациях твое видео. Ничего, если на ты. Пройду из фикс-прайс и понеслось.
Мне близки твой дух, образ мыслей и позитивный настрой. Особенно интересны твои непосредственные влоги и в то же время мудрые советы об отношениях, внешности, любви к себе. Узнав о твоем решении принимать презенты от подписчиков, я сразу захотела поучаствовать в этом уже почти предновогоднем событии. Сразу оговорюсь, что это не промо-акция и не стремление себя рекламировать. Я от души хочу дать обратную связь, поздравить с серебряной кнопкой и просто порадовать своими десертами крутого блогера, к тому же твою землячку. О составляющих в коробочках написано в открытке. Да, на все в открытке написала, прислала мне реально очень много необычных вкусняшек, даже мою фотографию в виде конфеты. Бисквитики вот эти вот в стаканчиках, просто они настолько бесподобные, они до сих пор у меня прям вкусы в голове и во рту просто офигенные. И я знаю, что на все праздники я теперь знаю, у кого что заказывать. У меня скоро у брата день рождения, ему будет 30 лет в январе, 9 января. Я думаю, что я закажу у него какой-нибудь супер-пупер тортик. Именно вот с этими всеми, сыр там сливочный был, бисквит, настолько все сделано, вкусно, прям вообще. Это информация для тех, кто в Ростове. Вот так вот называется ее инстаграм. Я прям от души рекомендую, честно говоря, попробовать то, что она готовит. Руки золотые, повар от бога. Поехали дальше! Так, ой, у нас даже тут два. Два. Это два. Так, подарок от подписчицы. Вот так подписалась она. То есть не имя, фамилия, а просто от кого? Подарок от подписчицы. Город Краснодар. Давайте скорее откроем. Привет, браслет. Собака Селена Свей от... Собака Селена Свей? Я имею в виду здесь это. Инстаграм мой. Собачка Селена Свей от собачки Таня Мими. Давайте зачитаем письмо. Селена, привет, меня зовут Таня, я живу в Краснодаре. Как только ты рассказала в своем инстаграме об идее подарков от подписчиков, я сразу решила отправить тебе этот браслет. Все мы знаем, что ты любишь розовый. Именно поэтому я сделала тебе браслет в этой цветовой гамме. Даже письмо пишу розовым. Это правда, смотрите. Внимательная. Очень надеюсь, что он тебе понравится и дополнит какой-нибудь из твоих образов. Пусть такая приятная мелочь, как этот браслетик, напоминает тебе о том, что есть тысячи людей, таких как я, которые тебя любят. Спасибо. Что? Так меня... Слово тысячи и любят. Я сразу как будто почувствовала мощь какую-то сильную. Тысячи людей. Фу. Я очень... Я забыла предупредить, что я очень сентиментальный человек и могу в самый такой вот неожиданный момент просто расплакаться от того, что мне очень трогательно внутри. С любовью от подписчицы Тана Мими. ПС. Мои работы можно посмотреть на странице. И вот оставила свою страничку. Давайте посмотрим скорее, что же там за браслетик нас ждет. Какой миленький, смотрите. Ой, тут все так прям сделано со вкусом. Вот такой вот миленький браслетик. Красивенький. Розовенький, переливается. Оп, и все. И висит браслетик. Окольцовано. Спасибо большое, дорогая. Мне очень-очень приятно. Твое письмо меня прям очень-очень тронуло. Итак, поехали дальше. Дальше нас ждет такая вот коробочка. Это Московская область, Красногорский район от Татьяны. Долго ли, коротко ли я открывала коробку? С Новым годом! С новым счастьем! Такая вот мишура. Пахнет, пахнет, я же чувствую. Ой, ой, здесь как будто мыло. Такое пахучее, знаете, прям что-то пахнет очень сильно. Коробочка, смотрите. Куча всяких штучек. Читаем письмо. Я пишу и улыбаюсь. Ты, читая, улыбнись. Я сейчас тебе признаюсь, к монитору наклонись. Не поверишь, но я вижу от улыбки твоей свет. А еще сейчас услышу на привет мой, твой привет. Привет! Привет! Эти стихи придумала не я, но именно с них мне захотелось написать несколько строк.
Вы мне напоминаете мою подругу Кристину. Вот что-то есть такое креативное. Думаю, они заставили улыбнуться, конечно. Меня зовут Таня. Живу в Московской области. С удовольствием смотрю ваш канал. Так и хочется обращаться на «ты». Ведь я давно смотрю и будто знаю вас. Но я человек культурный. Культурный. Она написала вначале в скобочках «культурный», улыбается. Мне очень приятно иметь возможность отправить вам посылочку. Хочу сказать насчет продуктов марки PIP. Не слышала. Которые я положила. Эти средства изготавливаются на основе полезных природных бактерий. Они оказывают оздоровительный эффект на организм. Они в небольших бутылочках. И так как вы часто путешествуете, думаю, их удобно будет брать с собой. Надеюсь, они понравятся, как и все остальное. Также я положила две маски для лица. Одни из моих любимых. Специально две одинаковые. Хотелось бы, чтобы одной угостили Кристиночку. Ведь она как член вашей семьи. Привет. Ну и, конечно, я не могла ничего не подарить вам. Не могла ничего не подарить вашему замечательному сынишке Денечке. Игрушек много не бывает. Так пусть же будет еще плюс один. И теплые носочки, чтобы ножки не мерзли. Хотелось бы сказать спасибо за ваш позитив и настроение. Кстати, у меня же тоже есть канал. Канал Тани Тайм. Конечно, он у меня еще совсем маленький, учусь сама его развивать. И если честно, иногда падаю духом, когда что-то не получается. Но стоит посмотреть ваши видео, и сила возвращается. Вы очень мотивируете действия. И за это тоже отдельное спасибо. Желаю вам дальнейших творческих успехов. С уважением. От души Таня Тань. Ссылочку я, Танечка, на тебя обязательно отправлю. Спасибо тебе большое за приятные слова и подарки. Сейчас мы все раскроем. И тебе, так же, как и предыдущему начинающему блогеру, тоже пожелаю много энергии, сил, потому что блогерство, еще раз повторюсь, это не легкий путь. Но если все получится, то это достаточно интересный путь. Так, смотрите, какие носочки. Именно противоскользяшки это супер, потому что у нас нет паласа, и Денька бегает, когда мотается. И тепленькие такие, класс, будем носить. Здесь у нас для ногтей что-то будем делать, только чуть-чуть отпущу ноготочки, обязательно сделаю. Здесь у нас салфетки черные, представляете? Черные салфетки необычные. Все уже пропитано, все пахнет. Лак для ногтей, вот такой вот красивый. Денечки, смотрите, кубики. Ой, классно. У нас есть одни кубики, они, короче, там надо приложение какое-то скачать, чтобы они разговаривали. Я думаю, целое дело. И все, собираюсь ему вот такие кубики купить. Так что они сейчас очень актуальны, сейчас поиграют. Он любит что-нибудь складывать такое. Две масочки, вот, которые вы говорите, классные. Обязательно одну я передам Кристине. Обязательно. Кстати, у меня совсем недавно вот патчи. Даже не недавно, а есть патчи такие, тоже девочка. О, вот почему пахнет, потому что немножечко у нас тут пролилось в коробочку. Видите? Чуть-чуть пролилось. Это вот для волос, это шампунь и для лица тоник. Вот тоник для лица не пролился, а шампунька немножко пролилась. Эта шампунька так пахла. Вообще аромат невероятный. Это вот то, что вы говорите, косметика PIP. Вот такая. Ну ничего страшного, сейчас я промою все это. Бывает у нас... Бывает так, посылочки доставляют, я переживаю каждый раз, когда отсылаю с магазина своего что-то, пакую вот так вот просто 10 тысяч пакетов. Так, вот тут еще что-то интересное для ножек. Две. Для одной ножки, для другой. А, я знаю, это клеишь, спишь с ними, а утром встаешь, и, короче, они типа вытягивают все, все невзгоды. Шарик с рожками. Спасибо большое, мне очень приятно, и Деньке будет приятно, и Кристине моей обязательно будет приятно. Очень классный аромат, приятный, и для меня это ароматерапия, я прям сижу кайфую. Ну и осталась последняя у нас посылочка, я знаю от кого, это от Кристины из Питера. Она самая большая, я ее оставила напоследочек, тем более она пришла самая последняя. Кристюшка в последний момент отослала, хоть и в Питер идет недалеко, но... Пришла самая последняя и самая большая. С Кристиной мы знакомы. Мы познакомились на встрече. Как раз таки, когда мы с Кристиной моей, со скромняшкой, ездили в Питер.
и делали там встречи с подписчиками, Кристина там была и тоже подарила нам много подарков. И тут она решила снова подарить нам подарок. Кристина, ты нас балуешь. Задарила нас подарками. Мне уже неудобно. Но она настояла. Уху! И начнем доставать. Пакет. О! Ай, что я первое вижу? Снеговик. Ой, какой крутой вообще. Ай, классный. Смотри. Шикардосный вообще. Ну, Крис, ну задаешь. Ой, он стоит. У него плотные ножки. Охренеть, он стоит вот так вот. Блин, он уже будет стоять возле моей елки. Посылки для тебя. Игрушка снеговик. Ой, хорошо, что я угадала, что это для меня. Свеча с персиком. Хрюшка с подарком. Так, давайте. А, тут для Кристиночки вот отдельная. Дорогая Селеночка, а это для меня. Так, давайте я посмотрю, что для меня, а то сейчас я начну чему-нибудь радоваться там заведомо. А это не для меня. Так, дорогая Селеночка, поздравляю тебя с новым 2019 годом. От всей души желаю тебе, чтобы следующий год был еще успешнее и принес тебе больше возможностей для самореализации и воплощения твоих планов. Особенно хочу пожелать, чтобы удача сопровождала тебя на протяжении всего года. Исполнение всех желаний и большого счастья. Кристина, Санкт-Петербург. Посылки для тебя. Игрушка-снеговик. Это мне. Свеча с персиком, хрюшка с подарком, крем для рук, шар для ванны, для Дэнни книжка с наклейками и пряничек. До встречи летом. Да? Она планирует к нам летом приехать. Свеча персик. Это она, наверное, пахнет. Ой, какой аромат крутой. Икея. Ай, супер. Хрюшка с подарком. Книжка с наклейками. Это Денечки. Здесь у нас запечатаны две хрюшки какие-то. Одна с мешочком, другая с подарком. Та, которая с подарком, это мне, а которая с мешочком, это Кристина. Та-да-да-дам! Хрюшка с подарком. Это та, которая мне. Супер! Видите, как я интуитивно знаю свои подарки. Чувствую их. Тогда вторую я открывать не буду, это хрюшка с мешочком для Кристины. Также тут для Кристины скатерть. Скатерть вот такая вот красивая. Короче, они пообщались там, наверное, и Кристинка уже знает Кристину. Кристина знает Кристину, что дарить, потому что я смотрю здесь печеньки для выпекания. Я же не особо готовлю, не люблю, а Кристинка моя любит повыпекать. Вот ей, пожалуйста, формочки для печенья. Свеча тоже такая вот. Земляничка, охренеть, так вкусненько. Вот такой вот пряничек для Денечки. Еще Кристинке вот такие блески для губ, совушка. И вот, совушка, и вот такой вот смайлик Кристинке. Шар для ванны, это для меня. А, хорошо. Крем для рук розовенький, это для меня. А Кристинке это для лица, это гель для лица, это Кристинке. В общем, Кристюша наша из Питера подготовилась как следует. Прям всем уделила внимание. Все равномерно, равноценно нам разделила. Спасибо тебе большое. Мы ждем тебя летом, конечно, приезжай. Я надеюсь, что все так совпадет. И ты приедешь тогда, когда и мы будем в городе. Пересечемся, обязательно встретимся. Ты так много всего надарила, что мне аж неудобно, честное слово. Прям балуешь нас подарками, очень-очень. Но это очень приятно. Спасибо тебе большое. Питеру привет. Питер вообще шикарный город. Шикарные девочки там живут. И обязательно хочу еще раз приехать. Вот такие мои хорошие подарки были от подписчиков, от вас. Я хочу продолжать эту рубрику, потому что мне, честно говоря, очень понравилось. И я вижу, что вам тоже нравится. И поэтому продолжаю рубрику. Если кто-то хочет поучаствовать в нашей вот такой вот традиции, то, пожалуйста, добавляйтесь в мой Инстаграм, потому что там в основном я веду переписки со всеми своими зрителями. Добавляйтесь в Инстаграм, пишите мне, я вышлю вам адрес, на который можно послать посылочку. И после того, как придет определенное количество посылок, я буду снимать видео. Вот. Надеюсь, вам эта рубрика нравится. Пожалуйста, дайте мне обратную связь в виде лайка. И если... Так, если вам нравится, я буду снимать и дальше продолжать. Мне очень приятно, спасибо вам большое. Всем желаю хорошего Нового года,
Всем желаю очень много подарков от ваших любимых, близких, приятных слов. Как видите, не столько подарки могут меня до слез довести, сколько приятные слова, и это тоже очень важно. Дарите искренние приятные слова своим любимым. И я желаю, чтобы также и вам, чтобы в вас находили все прекрасное, чтобы люди вокруг акцентировали внимание только на ваши достоинства, вдохновляли вас, помогали вам расти. Вот. Я желаю, чтобы ваше окружение было только таким. В общем, цените себя, своих близких, и желаю, чтобы ценили вас. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Спасибо всем большое за все. Все полезные ссылочки под видео обязательно заходите. Пока-пока. Ой, девчонки, побаловали меня. Ой, побаловали.